Медленно садимся, раскрываем эту веточку. Веточку держим на полу. Тянуть коленки. Дальше локти в стороны. Вначале уже мы пробовали, да, брали позицию подготовительную, когда поклон был. Я подходила и исправляла, да, некоторые. Смотри, вот тут окошечки появились, до этого они вот так были прижаты, а тут окошечки появились. Вот они должны быть сильны. Пальчики у нас, кисточка свободная, спокойно, большой пальчик, спокойно лежит в ладошке. Локоточки точно так же смотрят в стороны вот эти вот уголочки. Не опускай, пожалуйста. На голове корона, начало до конца. Ага. Вот. Неплохо. Даже стоим в подготовительной позиции. Угу. Она у нас длинная, овал. Не круглая, овальная. Поднимаем вперед, получаем первую позицию. Переходим в первую позицию. И вот, смотрите на себя в зеркало. У кого пальцы вверх торчат? Я говорила, ладошки, ой, пальчик лежит в ладошке, чтобы он вот тут перед собой вот так не торчал. Правда? Вот. Прячемся. Только не зажимай ладошку. Свободная она, свободная. Пальчики длинные. Да, как будто бы арбузик у тебя лежит такой перед собой. Сдуйся, сдуйся. И ты улетишь. Угу. Наверх поднимаем ручки в третью позицию. А голову никуда не опускаем, голова на месте. И теперь вы... Даша, руки где? Плечи внизу, шея длинная у нас, шею покажите себе в зеркало. Вот она шея. Ага, стоим, держим, держим высоко. Длинненький тюльпанчик. А так ты крышка на чайник получается. Вот, так длиннее. Пускай плечики длинные. Ага. Локоточки выпрямите, получится она длинная. Видишь? Поняла? Держим, держим. Долго-долго сейчас будем стоять и держать, пока не почувствуем, где должны быть. Оп, держи голову на месте. Главное, голову сейчас держи, ладно? Держи. Вот. Расслабься, не напрягайся. Ты же танцуешь ради удовольствия, а не трудишься тут. Прям. Ох. Спокойно. Вперед. Первая позиция. Перед собой. Чуть-чуть пониже. Вы знаете, солнечное сплетение у нас есть. Потрогайте себе вот здесь вот ребрышки. Так ямка начинается. Вот вы идете твердо-твердо-твердо с косточкой. Постучите прямо тихонечко пальчиком себе. Вот косточка, видишь? А потом тут оп, провалилась. Чувствуешь? Вот на этом уровне руки должны быть у нас перед собой здесь. Угу. Не закрываем. Я каждая сама по себе. Вот. Да, вот здесь. Во! Отлично. Да? Можно еще чуть-чуть самую капельку пониже. Потому что вот так подровнять. Даша, стоим, держим руки в первой позиции. Устаем прям, стоим, держим. Опустили вниз подготовительную позицию. Пальцы проверить. Ага. Ух, сошли.
музыкой сделаем переводы рук. Ноги в первой позиции сделаем красивый пояс. Приготовились, пожалуйста. Научились подготовительной позиции. Собрали руки в подготовительную позицию. Локти в сторону. Спинка ровная, голова. Ирина, голова. Вот, да. Другое дело. Ножки в первой позиции. Улыбнитесь, пожалуйста, все мне. Побольше счастья в глаза. Подготовительная. Стоим, стоим, держим. Вот здесь. Овальная, продолговатая. Плечи внизу и наверх. Плечи оставляем на месте, только руки поднимаем. Вот. Голова, Ирина, голова. Держи, держи подбородок изо всех сил. Плечики внизу, шейка длинная. Опустили. Чуть быстрее вперед. Большой бал на юбке. Чуть-чуть впереди себя пальчики. Угу. Подготовительную собрали. Раз. Два. Открыли алюнже. И туда-сюда. Одна со всеми тремя ковриками. Так что давай на свое местечко. Вот так вот вдоль себя укладывать. Как стояли сейчас в шахматном порядке, чтобы друг друга не мешали. Так, вспоминаем, где стояли, кто такой шахматный порядок. Вот сюда еще. Шахматную доску видела? Шашечки. Да? Еще нарисованы. Как. Допустим, вот представьте, что вы, это черный клеточек. Все, садимся на коврик. Держу мы с тобой на пол. Спасибо. На попу. Сами спинку держим. Носочки тянем. Подвинься вперед чуть-чуть, чтобы мне столько видно было из коврика. Раз, наверх. Вниз. Еще, нет, на коврике. Коврик на месте, а сам на коврике подвинься. Видишь, он загибается? Не видно твои стопы. Вот, да, спасибо. И чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, спина. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Наверх, вниз, вверх, вниз, три, кружочек. Спину держи. Держи. Взяла и держи. И ручки наверх, подняли стопы на себя. Подняли пальцы. А теперь низом живота опускаемся вперед.
держим, низом животик опускаем, животик вперед. И покачались чуть-чуть здесь. Руки над головой. Где у тебя голова здесь? И опустились на ножки или легли. Потом починим это дело. Хорошо, оставляем ножки здесь, вперед укладываемся, опускаем корпус. Хорошо, подняли спинки и раскрыли ножки в стороны. На бочок, на правую ножку, левая рука впереди. Правая рука впереди. Впереди правая рука. Вот, да, правая рука. Так. Ага. Так, и на другую ножку. Поняла?
Опустили ножки, две ноги вытянули, легли, прям легли вот так. И ноги, когда мы опускаемся, сразу ложимся в позу. Ноги вытягиваем, не просто так бросаем, а ноги выпрямляем, стопы вытягиваем, носочек натянуть сильно. Всех касается. И теперь начинаем. Раз. И опустили. Раз, ножки вытянули. Сразу вытянули или просто так бросили? И раз наверх. Лежим. И раз, спустились. Хорошо. Стоп, рыбка, русалочка. Раз. Вниз. Раз. Все вместе. На раз. Русалочка, хвостик. Вот, вот сюда. Как будто ты в первой позиции на полу стоишь. Вниз натянули носочки. И раз. Ножки соберем по шестой позиции. И все вместе маленький шаг один назад. Раз. Два. Линию подровнять. Середину вместе. Спинки ровные. Простой прыжок называется соте. Мы его делаем. Состоит он из того, что из плие. Да, присели плие. Мы с вами делали плие. Обязательно выпрыгиваем наверх соте. И обратно приземляемся в плие. Пружинка, да. Мы не можем на прямые ноги. Выросли. На прямые ноги. Да, мы же не можем так прыгать. Мы мягко приземляемся. И не слышно ставим пяточки. Давайте вместе. И раз. И коленки на месте. Спинка на месте. Не надо сильно глубоко. И толчок наверх. Два. Сели. Три. Сразу приземляйся вниз. И раз, два, три, четыре. Приготовились. Спинка ровная. Ку-ку. И раз. И толчок наверх. Мягко. Мы ставим. Локти в стороны. Давайте.
сделать то же самое. Первая позиция ног. И приземляемся ножки в первую позицию. Пробуем проверить. Медленно. И сели обратно в первую позицию. Сегодня заканчиваем. Пожалуйста, поклон. Первая позиция ног.